Уважать и всецело поддерживать конституционный строй и правовую систему Украины призвали послы стран Большой Семерки. Они сообщили, что знают о задержании Михаила Саакашвили и о том, что происходит в Киеве. Также дипломаты пристально следят за ситуацией. Послы G7 призвали, цитата, «соблюдать права и обязанности мирного протеста и воздержаться от попыток дестабилизации». А еще ждут оперативного расследования.